Добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад еще раз всех приветствовать. Если меня слышите, видно перед собой картинку, просьба поставить плюсики в чате. Отметить, что у нас все в порядке с трансляцией. Для тех, кто, возможно, первый раз у нас сегодня зашел в нашу трансляцию, аналитический обзор, вкратце повторю план, то, что мы обычно рассматриваем. То есть у нас обзоры выходят два раза в день, с утра в 9:45 и в 14:30 днем по Москве. На утренних обзорах мы с вами рассматриваем прошлый торговый день с точки зрения выхода важных новостей, статистики, отмечаем, как она повлияла на наши инструменты основные. Также рассматриваем текущий торговый день, отмечаем важный и главный новостной фон, как он может повлиять также на наши инструменты, находим возможности для входа в сделки, точки входа и рассматриваем цели по нашим операциям. И уже днем, также на дневном обзоре по-прежнему смотрим потенциал наших уже открытых сделок, да, и также рассматриваем дальнейшие возможности и появление новых, возможно, точек входа и целей. Так, вижу, есть у нас тут плюсики. Добрый день. Значит, ну, вроде все нормально, звук есть, изображение есть, тогда начнем. Собственно, начнем мы с рассмотрения евро-доллара. С утра, собственно, мы его с вами детально рассмотрели. Сейчас у нас, видим, уже есть новые, скажем так, обстоятельства, да, то есть с утра у нас было очень неплохое движение наверх. Вот, на, собственно, вот этом вот коррекции от уровня 1.1397 сегодня с утра удалось мне заработать. До цели у меня было 1.1438, 30 пунктов, небольшая сделка, вот смог закрыться. Ну и сегодня видим опять очередной откат, да, коррекция от уровня 1.4338, и мы про него говорили, это очень хороший уровень сопротивления для евро. Вот, и, конечно же, для того, чтобы убедиться, что тенденция у нас будет продолжаться, конечно, нужно ждать пробития уровня 1.1438, и как только цена зафиксируется уже сама выше данной отметки, дальше уже, конечно, у нас будет очень хорошая возможность по дальнейшим покупкам, ну и продолжение уже среднесрочного тренда. Вот. Ну и очень важный момент, что все-таки максимум, который у нас возможен на сегодня, да, то есть может быть уже с открытием Америки, да, то есть мы сможем все-таки еще выше сформировать, да, максимум, но вот это слабо, по крайней мере, верится, поэтому возможно, вот этот максимум, который был сформирован с утра в первой половине дня, то есть он и останется максимум уже сегодняшнего дня. Вот. Ну и, как правило, этот максимум, он уже находится выше, да, выше предыдущих. И если посмотреть на 4-часовке, да, то есть он является наиболее высшей точкой, да, то есть для формирования. Ну и показательный момент, конечно, будет, если у нас последующий уже максимум будет уже выше сегодняшнего сформированного, то есть это будет означать, что у нас идет продолжение восходящего тренда. Ну и плюс мы сегодня с вами отмечали, у нас как раз вот в это время идет публикация, да, протоколов уже заседания ЕЦБ прошлого заседания мартовского. Вот, но там, в принципе, думаю, ничего нового, да, не будет для крупных участников, и в любом случае уже рынок, да, в своем базовом варианте заранее заложил уже эти цифры, да, в протокол, что крупные участники в любом случае у них есть информация, да, то есть они уже знают эти цифры, ну и, соответственно, закладывают уже в рынок заранее. Ну и плюс сегодня будет выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Вот, также можно посмотреть, но вполне можем увидеть
реакцию, да, от рынка на его выступление. Вот. Но это будет уже чуть позже, поэтому сейчас пока смотрим ситуацию, да, то есть находимся мы у уровня 1.1397. Вот. Здесь пока ничего не делаем, ждем лучшей ситуации, да, опять же, для входа. Ну и уже, думаю, завтра, да, будет уже такая очень хорошая возможность, либо сегодня. Главное это что? То есть сейчас понимание того, что сегодня, собственно, мы сформировали очередной также минимум, да, который у нас находится на уровне 1.1365. Да, ну, пока, конечно, говорить рано, потому что у нас еще главное впереди – это открытие Америки, американской сессии, выход крупных игроков, да, на рынок, ну и, собственно говоря, уже динамика, да, в принципе, на европейской сессии у нас очень неплохие были колебания, очень неплохая динамика по всем инструментам абсолютно. Вот. И сейчас, собственно, откроется еще Америка, думаю, добавит нам огонька, добавит динамики. Ну, поэтому сегодня день, конечно же, с точки зрения колебаний, динамики, будет очень-очень неплохой. Вот. Поэтому то, что у нас сформированы минимум, максимум, да, на сегодняшний день, пока еще рано говорить, что они действительно являются минимум либо максимум, потому что еще есть время, еще есть открытие американской сессии, а дальше уже вечером действительно уже можно будет, там, скажем, часов в 9, да, в 9-10 по Москве уже можно будет по факту говорить, что да, действительно, вот это есть максимум, это есть минимум. Вот, поэтому пока, собственно, здесь ничего не делаем, ситуация пока неопределенная, ну и уже дальше, по факту, уже с формированием сегодняшних минимумов максимумов будем дальше смотреть, действовать. Ну и если мы сможем все-таки, да, скажем, зафиксироваться выше уровня 1.1438, да, то есть также, естественно, мы можем долгое время, цена может консолидироваться у данного уровня в момент, скажем так, ожидания пробития, да, или наоборот, там, долгосрочного отскока. Вот, вполне можем ожидать. Да, то есть на этой неделе можем, либо уже на следующей неделе посмотрим. Но если мы все-таки пробьем этот уровень, то, еще раз повторюсь, будет очень хорошая возможность, да, и вероятность того, что тренд среднесрочный будет продолжен, и евро будет дальше укрепляться против американского доллара. Вот. Далее, по фунту. Фунт, собственно, сегодня также в первой половине дня тоже показал очень неплохое движение, прежде всего снижение. Была, собственно, у меня открытая сделка на продажу. Цель у меня была как раз предыдущий сформированный минимум, вот, но цена у меня не дошла до моей цели. Собственно, у меня был стоп-лосс без убытки, плюс я поставил трейлинг-стоп, который мне передвигал стоп-лосс. В итоге, собственно, сделка у меня закрылась здесь по стоп-лоссу на уровне, по-моему, 25-28 пунктов. В итоге я смог взять со всего движения. Вот. Но сейчас пока на данный момент, да, то есть мы видим, есть движение, есть коррекция наверх. Находимся мы сейчас в узком диапазоне уровня 1.4071, да, который сегодня мы не смогли преодолеть. Ну и, соответственно, также еще один уровень 1.4116 движение. То есть в этих пределах у нас движение. Ну и важный момент, опять же, для самого фунта, да, опять же, для разворота и движения вниз. То есть ждем, собственно, разворот вниз, и дальше уже, думаю, на американской как раз сессии, возможно, это случится. И сможем зайти опять в продажи по фунту.
пока у нас, собственно, все условия для формирования именно нисходящего тренда, да, пока эти условия выполняются. Вот, ну и сейчас будем ждать, как раз ждать разворота, и на развороте уже можно будет открыть силовые позиции, да, в силовые сделки, и цель уже для себя поставить как раз то, что я ставил сегодня с утра, и эта цель будет уже абсолютно достижима, это как раз 1.40.03, то есть это формирование предыдущего минимума как раз. Вот. Поэтому, ну, тут осталось буквально немного, да, подождать до открытия Америки, и дальше уже будем смотреть и действовать. Вот, то есть ждем по фунту разворота вниз. Вот сейчас пока идет, скажем так, коррекция наверх, да, то есть после коррекции дальше откроемся. По франку. Франк сегодня также разбирали, франк находится во флете, сегодня мы по франку без каких-либо действий, да, то есть без торговли, ждем более лучшей ситуации, да, то есть более четких движений, и дальше уже будем торговать. То есть пока мы находимся в узком диапазоне, вот, конечно же, здесь пока ликвидность по данной валютной паре, ну, практически отсутствует. Поэтому нету движений, торговать, конечно, невозможно. Вот. Что касаемо иены, иена сегодня в очередной раз порадовала, были очень хорошие движения. Кто был с утра, помнит, у меня была открыта позиция на продажу. Вблизи как раз цель у меня стала take profit 108.29, ну и сегодня вот как раз удачно закрылась сделка, дошли мы до цели, сейчас мы видим, идет консолидация в данной границе 108.29, да, то есть, ну и дальше ждем, собственно, сейчас, возможно, с открытием Америки увидим небольшую коррекцию наверх, да, и дальше уже после коррекции на развороте, опять же, по тренду будем стараться зайти в продажу. Вот, то есть пока у нас есть настроение, да, в отношении иены японской, крупных участников, да, то есть покупают, воспринимается она сейчас как валюта убежища, ну и, собственно, несмотря на все внутренние экономические факторы, да, Японии все равно идет укрепление. Вот тут вижу, Светлана говорит, посмотрите иену. Ну что, тут у нас в принципе ситуация, на если посмотреть на недельном, да, таймфрейме, на недельном таймфрейме он еще есть, в принципе, здесь ход, да, то есть есть ход до цели 105, ну и также, собственно, не за горами уровень 101 ровно. Вот, движение, в принципе, еще есть, движение вниз, ход вниз, да, то есть сейчас мы видим, что уже мы прошли достаточно такой уверенный, хороший уровень, который у нас был, граница, да, то есть и уже на этой неделе мы его успешно прошли, идем дальше. Собственно, вот пока факторов именно для разворота я не вижу, и собственно, как только будет этот разворот, да, то есть, ну, тогда уже и будем думать о покупках, но покупки еще пока рано говорить, да, то есть именно таких у хороших покупках, конечно же, там в рамках коррекции, которая сейчас возможна, да, наверх можно, но опять же нежелательно. Вот, а заходить уже нужно действительно на очень хороших разворотах, когда есть понимание, что тренд у нас разворачивается, да, то есть и настроение крупных участников в отношении иены меняется, и тогда уже, конечно, есть хорошая возможность. Вот. А когда есть вот такие вот небольшие, скажем так, коррекции, которые возникают, на таких коррекциях, конечно же, ну, торговать не рекомендуется, да, то есть, ну и прибыли как таковой хорошей вы не получите.
Потому что по иене, конечно же, движение очень хорошее, и тренд практически безоткатно идет. То есть движение очень хорошее вниз. Вот поэтому будем сегодня наблюдать, подождем немного. Также, возможно, да, у нас будет вот ситуация повторения, получается, у нас вчерашнего дня, да, то есть когда у нас были попытки, да, там, скажем, небольшой коррекции наверх, и потом опять, соответственно, было очень хорошее движение вниз. Вот, сейчас посмотрим, возможно, также повторим, ну и, возможно, опять же, развернемся, пойдем по тренду. Вот, поэтому ждем, собственно, уровень пока у нас есть, 108.29, его надо пройти, собственно, нам. А на развороте, как только мы пробиваем данный уровень, уходим ниже, ну и, соответственно, открываться можно будет как раз вот с цели 107.61 движение, ну и тут уже как раз 107, ну, среднесрочно можно себе ставить цели, вот как раз уровень 105.07 движение в эту зону. Вот, то есть, ну и ждем по-прежнему, то есть у нас приоритет пока в связи с сильным таким движением, усиление, да, движение вниз, укрепление иены, приоритет именно на продажу по данной валютной паре. Вот. Далее канадец. Вот, канадец сегодня двигается, да, опять же, разноправленные движения, как это было вчера, только сейчас, собственно, меняется, да, ситуация. Вчера мы увидели, наоборот, в первой половине дня рост по данной валютной паре, по второй половине уже укрепление канадца. Сегодня было наоборот, да, то есть в первой половине дня мы увидели укрепление канадца, формирование сегодняшнего минимума, ну и дальше отскок движения наверх. Вот, то есть будем смотреть на, собственно, четырехчасовике видим, что цена потихоньку опять стремится к уровню 1.3174 по канадцу. Вот, собственно, пока, конечно же, толком ничего не ясно по канадцу, именно по среднесрочному движению, потому что, опять же, есть влияние рынка черного золота, который сегодня, опять же, в первой половине дня, да, в связи с тем, что был рост, да, рынка черного золота, и во второй половине, да, дня уже, как только черное золото пошло на отскок, да, вниз, собственно, увидели движение наверх, да, сразу же ослабление канадской валюты. Вот, поэтому, конечно, здесь вот именно по среднесрочному движению пока очень сложно говорить. Ну и если уже и говорить, мы об этом с вами говорили ранее, да, то есть пробитие зоны 1.3310. То есть это будет показательным моментом, закрепление цены выше данного уровня как раз будет смена, во-первых, среднесрочного тренда, да, нисходящего, который у нас есть пока. И, собственно говоря, можно будет думать уже о действительно среднесрочных движениях, сделках. Вот. Пока по канадцу именно короткие сделки мы с вами совершаем, небольшие, там, в рамках 30-40, там, максимум 50 пунктов. Вот. Ну и на текущий момент, то есть будем ждать, собственно, цену вот сюда, к этой границе 1.3175, да, и отсюда будем дальше ждать, смотреть, что у нас будет происходить. То есть пока у нас пара двигается в рамках нисходящего тренда, да, то есть есть определенные границы, да, у нас поддержка сопротивления, вот, ну и будем ждать. Дальше уже будем, собственно, действовать по канадцу. Далее, австралиец. Австралиец у нас уже сегодня, да, сформировал
сформировал вершину. Сейчас мы видим, идет, собственно, на 4-часовике лучше всего это смотреть, конечно. Идет пробитие уровня 0.7558, движение. И очень важный момент, конечно же, сегодня сможем ли мы зафиксироваться, то есть минимум сформировать уже ниже предыдущего. Вот он у нас предыдущий минимум, который был сформирован 5 числа на 4-часовке. И если сегодня это случится, то это будет таким первым звоночком для нас о том, что у нас меняется потихоньку тренд настроения крупных участников, да, в отношении данной валютной пары. Вот. Но пока по факту у нас этого не произошло. Если мы все-таки увидим, да, сейчас, вот, скажем, разворот, да, движение наверх, и на развороте уже можно будет, собственно, как это было вчера, да, вот мы вчера с вами про это говорили, да, если у нас минимум сформируется, да, ниже предыдущего, то есть так оно и было, собственно говоря, и на развороте можно будет заходить в покупки. Вот. Ну и как раз вот вчера во второй половине дня, уже вечером, очень неплохой рост показал австралиец. Вот. Сегодня посмотрим, возможно, та же ситуация будет, повторение, да, то есть посмотрим, где у нас формируется минимум, и оттуда уже будем действовать, собственно. Далее по новозеландцу. Новозеландец у нас также пока идет он на коррекцию. На 4-часовке здесь мы видим, у нас пока есть восходящий тренд, да, то есть, ну, условия формирования тренда пока сохраняются среднесрочного. Будем ждать сегодня формирования минимума, да, который у нас, возможно, да, скажем, сформируется чуть выше, чем предыдущий. Это будет означать, что тренд у нас продолжается, и цена пойдет на разворот дальше наверх. Ну и здесь уже можно будет проводить покупки, собственно, покупки с целью уже как раз сегодня сформированные, скажем, вершины, да, и точки разворота, это 0.6847. То есть ставить для себя цель, ну, тут короткая будет сделка, не знаю, в пределах 39-40 пунктов движения. Вот. Но пока мы корректируемся вниз, пока ничего не делаем и ждем разворота, да, образования сегодня локального минимума. То есть максимум вполне возможно, что сегодня мы сформировали, вполне возможно минимум ждем формирования. Далее золото. Золото сегодня, к сожалению, подвело. Открыта была продажа у меня, вот, ну и, собственно говоря, закрылась у меня продажа. Был сегодня очень уверен, такой хороший рост золота, да, то есть опять же, возможно, на фоне публикации, да, протокола ЕЦБ, отражение было это практически на всех инструментах, да, рост и евро, соответственно, очень хороший рост был показан, вот, и фунт, соответственно, ну, практически все инструменты, да, то есть кроме, собственно, сырьевых валют, да, сырьевых инструментов, все остальное, собственно, было в неплохом росте, вот, в том числе и золото. Сейчас что по золоту ждем? Уровень есть очень неплохой, в котором сейчас мы остановились, 1237.07. Ждем, что будет дальше, если, соответственно, пойдет коррекция. Ну, собственно, коррекция можно будет сработать на продажу. По золоту смена тренда. Пока на 4-часовке, если смотреть, в принципе, да. А почему? Потому что у нас сегодняшний максимум, да, он обновился, то есть и он выше, чем предыдущий на 4-часовке. Здесь мы очень еще такой важный момент, да, потому что у нас еще день не закончился, да, то есть мы можем еще, скажем, уйти, опять же, на уже американской сессии, да, там, далеко вниз, да, и в итоге там сформировать минимум, который у нас будет, собственно, ниже, чем
предыдущий сформирован у нас, вот он здесь, и тогда, ну, это прежде всего лучше смотреть на дневке, да, то есть у нас тренд будет продолжаться, да, то есть, ну, и здесь у нас вот эта ситуация, да, то есть останется уже, ну, скажем, в прошлом, вот, но пока вот видим, как раз идет такой вот небольшой разворот, да, пытались мы два раза пробить данный уровень, пока ничего не получается, вот, ну и в принципе здесь в любом случае после такого очень хорошего движения сегодня, да, то есть нужно ждать зону коррекции, да, то есть и вполне возможно, что сейчас вот эта зона коррекции, она и будет, и в принципе на коррекции тоже можно сработать по золоту, да, то есть на продажу. Вот, ну и цели по продажам здесь есть уже после того, как цена пройдет зону 1235.17, зафиксируется ниже данной границы, цель для продаж 1227.35 сюда. Вот, а так вообще в принципе, если смотреть техническую картину, да, в том числе и на 4-часовке, вот мы сформировали сегодня максимум, который выше предыдущего. Это как раз вот звоночек о том, что, собственно, идет опять же смена движения наверх. Вот, поэтому сегодня уже опять же американская сессия будет показательна. Дальше что можно будет делать. Далее по нефти. Нефть у нас сегодня и вот буквально недавно, да, закрыли гэп. Открытие было сегодня с утра, откатили немного, то есть разнонаправленные движения пока сегодня. И дальше будем ждать, то есть находимся мы внутри диапазона, нижний уровень 39.33, поддержка сопротивления 40.50. Вот, будем ждать более четких движений, и опять же, пока у нас настроение крупных участников, да, в отношении рынка черного золота положительное в связи с хорошей статистикой на этой неделе, да, то есть вот энергетического агентства, да, то есть по коммерческим запасам и, собственно говоря, по вот АПЛ, да, то есть также очень неплохие были данные, вот, поэтому у нас два дня вот так вот хорошо нефть у нас укреплялась, ну и посмотрим дальше, сегодня, завтра у нас еще будет два дня, для того, чтобы увидеть, где у нас будет, собственно, верхняя граница. Так, это у нас по нефти. Далее по рублю. Значит, рубль у нас сегодня, как мы и говорили, с утра было открытие с гэпом вниз. Закрыли гэп, причем закрытие было моментально, буквально сразу же с первой свечи. Ну и двигаемся, пока двигаемся наверх. Находимся по-прежнему внутри диапазона. Плюс у нас здесь вырисовывается потихоньку еще одна промежуточная граница. Подтверждение, скажем так, с каждым разом все больше и больше. Сейчас мы ее нарисуем. Будем обращать внимание на эту зону, потому что часто мы видим, что в этой зоне у нас идет кардинальная смена. Вот, посмотрим и в дальнейшем уже будем, собственно, ориентироваться уже в более узком таком диапазоне, будет гораздо проще, легче нам. Вот, посмотрим как раз еще сегодня, завтра, но в любом случае, пока мы находимся вот в такой широкой формации, у нас уже четкие границы вырисовываются, да, и очень важный момент, мы про это говорили, уже, скажем, не буду оригинальным, то есть надо ждать выхода все-таки из данного диапазона и дальше уже действовать, да, то есть либо на покупку, либо на продажу, в зависимости от того, куда у нас
пойдет цена, да, то есть и какой диапазон будет пробит. То есть либо 69, либо 66-63. Вот. Собственно говоря, вот так, такой обзор. Пока, собственно, на текущий момент у меня все. Хочу сегодня всем пожелать хорошего настроения, хорошего дня, хорошего вечера, побольше профитов. Ну и встречаемся уже завтра в 9:45 по Москве на утреннем обзоре. Все, всем спасибо, всего доброго.